1 апреля в Одинцовском округе традиционно стартовал месяц чистоты и благоустройства. Глава муниципалитета Андрей Иванов, депутаты от «Единой России», активные жители и общественники приняли участие в субботнике, который прошел в лесной полосе у деревни Глазынино. Нам с вами необходимо засучить рукава и приступать к действию. Работы много. Сегодня мы даем такой символический старт здесь, в деревне Глазынино, старт месяца чистоты благоустройства. В первом весеннем субботнике приняли участие порядка 100 человек. Вооружившись перчатками, лопатами, граблями, а главное хорошим настроением, люди вышли на борьбу с мусором, сухими деревьями и ветками. Замечательное мероприятие, потому что после зимы все знают прекрасно очень много мусора, и надо помогать. И очень хорошо, что все, и жители в том числе, принимают всегда участие. Большая работа предстоит и коммунальным службам округа. Необходимо будет убрать мусор и грязь, навести порядок во дворах и внутриквартальных проездах. Мы должны привести в порядок ту территорию, на которой мы с вами живем, чтобы возможность была гулять, наслаждаться природой. Основные работы в рамках месячника по уборке будут проводить коммунальные службы. Но принять участие в благоустройстве смогут все желающие. Смотрите на сайте администрации, выбирайте площадки, которые рядом с вами. Выходите, помогайте, убирайте то, что мы сами и насорили за всю зиму. Елена Краева, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».